Всем привет! Сегодня 22 мая 2023 года. Вот Чича гуляет по пушистой травке. Вышла, соизволила, позавтракала. Говорит, я ненадолго, будь со мной. Так что я ее охраняю, потом пойдем дальше лежать. Вся она такая линяющая и загадочная. С собаками не общается, сама по себе. В общем, готовится стать мамой. Жениха пей хорошего, ну все женихи, которых я знал, перебраны, новых пока не образовалось. Может, и найдется в ближайшее время. Так что всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока. Он сидит. Ярко смотрит, как Ярда доедает остатки еды. Сейчас буду кашу варить. Всем пока.